Facebook есть замечательная функция. Он показывает ваши прошлогодние публикации, которые вы делали. И он на днях нам показывал, что у нас примерно в эти даты был снежный апокалипсис. Точнее, это был ледяной дождь, который залепил все деревья. Вот тогда же у нас были проблемы с электричеством, самые глобальные, после которых мы тут натерпелись. Уже целый год чинят. Да, вот с тех пор как бы восстановительные работы нас до сих пор преследуют. Но уже вроде как они говорят, что закончили. Видимо, что-то не доделали. Ну так вот, собственно, сегодня мы проснулись и увидели, как у нас лежит, ну, практически сантиметров там 7-10 везде снежный покров. Вчера вообще ничего не было. Всю ночь сыпал снег, нападало реально дофига. И я вчера вечером, у нас вообще вчера вечер был очень веселый, потому что я пришел поужинал, все замечательно. И уже когда надо было ложиться спать, я понимаю, что у меня начинает болеть голова. Причем она начинала болеть достаточно серьезно. У меня так она болела лет несколько назад. В общем, не знаю, насколько вам знакомы эти состояния, но реально это уже когда до тошноты и там вообще как бы уже сидишь и думаешь, что ты чем-то отравился и тебя пот пробивает. При этом давление было нормальное. И я уже, как бы, а таблеточки пить нельзя, обезболивающие, потому что мы до этого за ужином немножко приняли алкоголь. Почему мы-то? Не обобщай. Ну, как я, наше величество. А, ну, разве что. В общем, таблетки пить нельзя. Мне потом говорят, что я алкашка. Голова болит, все плохо. И я уже понимаю, что мне надо принять горизонтальное положение и просто попытаться уснуть. И в этот момент Алла говорит, что у нас почему-то пахнет проводкой. Я ловлю себя на том, что тоже пахнет проводкой. Находим, что это один из наших обогревателей. Издает такие запахи. И вот в таком моем состоянии, в котором хочется лечь и вообще не двигаться, мне пришлось еще заниматься ремонтом обогревателя. У него там клемник один практически расплавился. Ну, потому что он уже достаточно старенький и работает постоянно на двух педальках, на максимальной мощности, и от такой нагрузки уже, видимо, там контакты ослабли. Причем клемник был из какого-то странного металла, обычно они должны быть из латуни, а тут клемник был какой-то силуминовый, вообще непонятно, он весь обгоревший, и когда я взял от него выкручивать винтики, просто винтики оставались в руке, а клемник сам рассыпался. Ну, я его благополучно поменял, в итоге мы решили, что печень моя переживет и обезболивающее тоже. Вот, и как бы все замечательно. Ночка у нас прошла спокойно, а с утра вот сугробы. Ходим, скрипим. Сейчас еще пойдем на крышу, посмотрим, чем хороша воронка, когда она находится именно внутри дома, труба сливная. И как это выглядит в работе, скажем так. И все плюсы прохождения трубы через дом, что она подогревается, у нас нет сосулек. Пошли скорее. А снежок такой прекрасный и мокрый, и так хочется на все забить и строить снеговиков. Вот строительный снеговиковый отряд будет сейчас. Ну а что, в том году я, в общем, этим и занималась. Вот. Алка меня в очередной раз, короче, уговорила бросить работу и пойти погулять. Что ты на меня опять все спихиваешь? Сам ты, небось, не фонтан себя, не Шварценеггер чувствуешь сегодня? Лучше, чем вчера вечером. Конечно, нафигачился уже ибупрофена. Да, а сейчас он подействует, и я пойду фигачить, там пойдем гулять. Нет, сначала на крышу, потом гулять. Снеговиков покажу, которых я лепила. В этом году тоже обязательно буду лепить. Да. Да. Отморозила себе нахрен руки. Я забрался на крышу. У нас тут немножко снега нападало. Немножко. Сейчас в самом глубоком месте. Я тут уже ходил сегодня. Сейчас покажу в самом глубоком месте. Получилось у меня, ну, вот сантиметров, наверное, 10 есть. Вот и дорожка наша к воронке. Вот так выглядит воронка. Вокруг все растаяно, потому что из нее идет теплый воздух из дома. Как бы даже он рукой ощущается. Тепло реально идет. Соответственно, она не будет замерзать. И здесь не будет копиться налить. А в доме все это выливается потом. Из дома уже вот там выходит труба. И уже, правда, сейчас засыпало совсем. Оттуда все стекает.
И в доме вообще ничего не журчит, никаких проблем мы не испытываем. Очень удобно, что никаких ни сосулек, ничего нет. Мы тут елок насажали. Ну, точнее, не елок, это ель на самом деле. Сосна, точнее. Теперь приходится смотреть, чтобы они тут хорошо себя чувствовали. Но это снегом погнуло. О, уже ровненько стоит. А где-то еще одна была. Вот здесь, по-моему. Там маленькая совсем, рядом с палкой. А, ну там ее уже не видно. Я даже не полезу сейчас ковырять. Там все хорошо, там все хорошо. Я недавно их от вьюнка все очищала. Пойдем гулять. Вот, кстати, к вопросу о ледяном апокалипсисе, который был. Сейчас просто идет снег с вечера. И уже вот так вот у нас дорога здесь перегорожена. Да, были они вообще с двух сторон так пересели. Ну там дальше сейчас пойдем гулять, может там что-то и будет. И сейчас еще пока можно встряхнуть. Когда это был лед, то уже его так не стряхнешь, и приходилось их пилить. Мы с Аллой слышали, как машина приезжала, и я первым делом пошел посмотреть, докуда она доехала, потому что деревня она не заезжала, она развернулась на начале деревни. И такая фигня у нас стабильна. Ну да, это регулярно происходит, какие-то приезжают сюда, залеты непонятно. Но суть в том, что не было следов, а сейчас вот чьи-то следы, либо это собака, либо это лиса. Мне кажется, для лисы они великоваты, скорее всего, собака какая-то проходила. Не думаю, что здесь волк был. Буквально их минут 40 назад не было. Так, тык-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 тык. Разворачиваемся и идем обратно. И тут я. И тут ты. К вопросу, как у нас убирают улицы, когда снегопады. Это уже темновато, конечно, но вот трактор пришел, прошел. Еще только приехал в деревню. Посмотрим, сколько он тут начистит. Уехал на самую дальнюю улицу. Практически в день снегопада сразу и приехал.